Забираем пацанов, едем. Что ты снимаешь так? Мы тут пионеры принимали. Иди нахуй, пидорас! Все, не дерись, не. Уйди, не лезь. Obci Meliorativ Noi, banda pod názvem Ajdar, zbořila památník Lenina. To se nelíbilo místním obyvatelům a nastala potyčka. Došlo námlácení lidí pažbou, střelbu ze samopalu, střelbu z obrněného transportéru na neozbrojené občany. Pravděpodobně se asi usmějete a mávnete rukou. Lenin. Osobně můžu Lenina nenávidět, ale památník 1000 kilometrů daleko není mojí záležitosti. Ti, co ale přemýšlejí a jsou všímaví, dojdou určitému poznatku. Ukrajina není ani právní, ani demokratický stát. Kdyby byl právní, přijde úředník, který bude mít rozhodnutí s razítkem a pomocí odborné firmy nechá památník demontovat. Ukrajina není ani demokratický stát. Jinak by starosta nechal udělat hlasování nebo referendum, co s památníkem udělat. Nestalo se ani jedno. Přijela cizí banda pod názvem Ajdar a památník zbořila. A proč banda? Nedávno jsem četla jeden článek. Tam byla jedna moudrá věta. Ukrajina nemá armádu, má jenom různé bandy. Продолжается. Стрельбой и дракой местных жителей с айдаровцами закончилась декоммунизация в поселке Мелиоративный Новомосковского района Днепропетровской области. С помощью военной техники бойцы Айдара снесли памятник Ленину. Местным жителям это не понравилось. Дошло до драки. В ход пошло и огнестрельное оружие. Они начали стрелять из БТРа, с пулемета. Потом начали в воздух стрелять с автоматов. Ну а потом уже поехало. Автоматы, приклады и что хочешь. Местные возле военнослужащих дежурят. Говорят, не уйдут, пока бойцы не покинут поселок. А пока ведут действия, к военным правоохранители никого не подпускают. У нас разгрузка батальона «Айдар» на площадке. Тут от селища буквально 20 метров проходит разгрузка и погрузка военного состава. Я был с 10 до 3 годин. Ранку на території погрузочної площадки, да, там було все, що можна було, і стрільба, і танками хотіли давити народ. Самі ж бойці коментувати ситуацію відмовляються, але в личній бесіді признаються, можливо, палку і перегнули. Техніку солдати понемногу відводять, говорять, передислоцируються на полігон.